В конце октября свой праздник отмечают представители профессии, без которой представить жизнь просто невозможно. И это не преувеличение. Речь о работниках сельского хозяйства. Аграрии Фаликовского района сегодня поздравил глава Чувашии. Крестьянский труд никогда не был легким. А в нынешней политической ситуации, как следствие, период санкций легче явно не стал. Однако за год прилавки в магазинах не просто не поредели. На упаковках многих продуктов, которые традиционно возили из-за рубежа, теперь написано «Сделано в России». В Валиковском районе День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечали выставкой лучших хозяйств. Гостей угощали вареньем, соленьями, выпечкой, свежим молоком и сметаной. Весенний корейский сад. Вы его пробовали, Михаил? Попробуйте еще новый сезон выработанное. Это сейчас селяне могут отдохнуть, посмотреть концерт. В уборочную страду люди и техника на полях работали практически круглые сутки. Итог – хороший урожай. Наши крестьяне, благодаря своему трудолюбию и упорству, вырастили хороший урожай зерновых, овощей и картофеля. Запасли на зиму корма в достаточном количестве. Спасибо вам за ваш вклад в развитие района, за верность родной земле и крестьянскому долгу. Глава Чувашии отметил, сельское хозяйство, создание комфортных условий для жизни и работы селян сегодня в приоритете у государства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дает четкие, жесткие поручения, чтобы на сельское хозяйство выделяли соответствующие средства. С одной единственной целью, чтобы сельхозтоваропроизводитель мог посчитывать свои расходы, когда цены снижаются, чтобы эти цены, с учетом государственной поддержки, позволяли ему зарабатывать прибыль. На празднество у аграриев совсем немного времени. Уже скоро начнется подготовка к весенним полевым работам. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.